Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да, у меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Уже Юрий вызвала кавалерию. Простите, простите. Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Заказывал двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Следующий. Мне это не нравится. Ты нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Thank you.
еще людей. И закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Лови, паук! Мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает Человек-паук? Он же все испортил! А, спасибо за поддержку, ребята! Вот она, некомфортная рабочая среда. Сегодня явно не твой день. О, как он это сделал? Сейчас ты вернешься навсегда. Надо убрать стрелку. Я попал, Сергей, что? Давайте, прибейте его! Ставлю свою пушку, против него пушки! Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. А, привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Слушай, у меня тут... Хорошо, люблю тебя. Я тебя тоже. Не попади, мне это нравится. Держите его, не давайте ему прыгать. И как это может хорошо закончиться? Теперь следующий. Черт! Все к нему! Жалеете, что занялись этим? Только попробуй, что тут меня! Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу, ускорить удаление. Это техподдержка?
Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Вставайте, останешься! Задержите его! Внимание! Полное форматирование! Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые! Те, кто мешает главарю, долго не жду! Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицу. И виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фис. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Мне это нравится. Разорву тебя! Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук, не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Ложись! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? День ракетчика! Понравилось, Человек-паук! Пробить твою шкурку можно! Попался! Ну и как бы саперы смогли здесь пройти?
За ним! Спокойно. У меня на всех хватит. На, попробуй! И что прикажете ты ему делать? Я попал! Он слабее. Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс. Время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Убери его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его, Мосин! Прибейте его, наконец! Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Вперед! Что ты делаешь? Это мой шанс. Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент. Ты умрешь, как жил, никому не нужным. Ты уж постарайся. Настырный гаденыш! Подожди тут. Скоро все кончится. За все эти годы ты ничему не научился.